сцены посвящается. Гала-концерт в честь юбилея Тамары Синявской. 21 октября. Крокус Сити Холл. В концерте примут участие Аскар Абдразаков, Хиба Герзмава, Динара Алиева, Эличин Азизов, Вероника Джиоева и многие другие. Концерт пройдет в сопровождении госоркестра России имени Светланова. Дирижер Дмитрий Юровский. Подробности на сайте Крокус Сити Холла. 6+. Привет, друзья! Я Светлана Коркина. Вызываю вас на дуэль. Встречаемся 27 октября в 18:00 на ВТБ-арена. Вас ждет премьера грандиозного спортивно-театрализованного шоу «Дуэль». Шоу примут участие мировые звезды спортивной, художественной, воздушной и акробатической гимнастики, фехтования, борьбы, а также известные танцевальные коллективы, артисты эстрады и балета. Жду вас! Вся наша жизнь – борьба, и в этой борьбе важна победа. Информация на сайте showkorkina.ru. Возрастное ограничение 0+. Продолжаем подводить итоги последних дней. На Ближний Восток перемещаемся. С нами на связи шеф Ближневосточного бюро ВГТРК Сергей Пашков. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте, Елена. Сергей, ваше ощущение от сегодняшнего дня? У меня такое ощущение, что вроде обстрелы территории Израиля либо прекратились, либо интенсивность снизилась. Что-то я не видел сегодня сообщений, что Хамас обстрелял очередной израильский город. Да, но, может быть, за исключением того, что за последние два часа нам пришлось опять дважды искать убежище, один раз на дороге мы ложились на...